В разгар летнего сезона специалисты таможни и Россельхознадзора напомнили красноярцам об ограничениях на ввоз иностранной продукции. Так, лимит на незадекларированный табак составляет 200 сигарет, а на алкоголь – 3 литра. Если задекларировать алкоголь, то до 5 литров на человека. На фрукты и овощи ограничение составляет 5 килограммов. За исключением продукции из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Грузии. Возить фрукты и овощи из этих стран запрещено. Мясомолочную и растительную продукцию запрещено привозить из Средней и Юго-Восточной Азии. Не исключение и санкционные продукты. На них тоже установлен лимит 5 килограммов. Также таможенные службы напоминают, что ценности подлежат обязательной декларации, в том числе и денежная валюта свыше 10 тысяч долларов. Нарушителей закона ждет административная и уголовная ответственность. Штраф за провоз запрещенных товаров превысит двукратную стоимость конфискованного товара.